Всем привет! Предлагаю вашему вниманию видео о маршруте Москва. Москва-Кемерово. Стартую в Москве. Время старта выбирал. Ориентируясь на карту Яндекс пробки, с утра вся внешняя сторона МКАДа, начиная от Варшавки и заканчивая Балашихой, была красная. На участке произошли мелкие ДТП. 4 или 5 ДТПшек было, поэтому особо не торопился со стартом. Ну, проверил подключение всех своих приборов, видеорегистратора, радар-детектора, ну и всех остальных. Прочность, жесткость крепления, разъемов питания, потому что во время движения они частенько отсоединяются и начинаются проблемы. Погода пасмурная, температура что-то плюс 14. Ну, на Борисовских прудах, как обычно, пробка, со двора выехать проблема. Но меня любезно пропустили, и маршрут начался. Должен сказать, что съемка велась на видеорегистратор DataCam 6 Max. Очень мне понравился, много полезных функций. Но об этом, наверное, чуть попозже. А вот сейчас двигаюсь в сторону Марьино, к Марьинскому мосту, или Братеевский мост, его по-разному называют, чтобы через рынок Садовод, это на юге, на востоке Марьино, выйти на МКАД. Ну вот это видео, которое я сейчас предлагаю вашему вниманию, оно ускорено в 2 раза, и поэтому реальная дорожка, я ее буду удалять, эту, как же, не реальную, а оригинальную авиадорожку удалю, размещу вместо нее свой вот этот комментарий, а полное видео, которое будет размещено на видео, на аккаунте Видеодорог России 2, там звук, который в салоне, будет оригинальный, без купюр, без каких бы то ни было изменений. То есть тот шум, который в салоне автомобиля, вы сможете реально прослушивать, о чем говорят дальнобойщики, ну и вообще все, что творится в эфире. Должен сразу предупредить, что вот на аккаунте, на втором аккаунте Видеодорог 2 разговоры на 15 канале будут без изменений. Там много ненормативной лексики. Каждое видео я буду предупреждать определенным образом, то есть чтобы или уменьшили, или отключили полностью звук.
Ну, проезжаем Мариинский мост, Борисовский, там по-разному его называют. Серии будут не очень длительные, порядка 45 минут. Потому что ролики 10-минутные, они очень тяжелые в сравнении с тем объемом памяти, который был на Киноре. Здесь вес ролика практически в 4 раза больше. То есть ролики тяжелее. Качество, не знаю, как пропустит YouTube, вот, но качество здесь очень высокое. Я вот смотрю реальную картинку, ну, просто ни в какое сравнение с другими видео. То есть качество картинки мне понравилось. Ну, это вносит определенные сложности и проблемы, потому что на привале, когда перебрасываю видео с датакама на внешний жесткий диск, переброска занимает примерно 6 часов. Это примерно в 2-3 раза дольше, чем ролики, которые записывались на видеорегистратор Киноре. Но ради качества, конечно, я вот пошел на это, чтобы предоставить в полном свете, что ли, в полном качестве вот видео с датакам. Кстати, должен сказать, что на загороде особо живописные места, там, конечно, качество картинки несравнимо лучше, нежели на Киноре. Недостаток тот, что вот внизу не указывается название федерального округа и трасса, как, например, в Киноре. А так по многим параметрам, по многим позициям датакам даст фору, на мой взгляд, любому видеорегистратору. Самое тяжелое, скажем так, на этом маршруте это было выбраться из центрального федерального округа, где очень высокая плотность движения, много машин, вот, много заторов, пробок. Но уже в западном федеральном округе, вернее, в восточном, как же он называется-то, ну, в общем, за пределами центрального федерального округа скорость движения, интенсивность движения гораздо слабее, и в день можно проезжать гораздо большее число километров, нежели вот в центральном федеральном округе. Маршрут я уже вот анонсировал. Прошел через города Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, набережные Челны, Уфа, ну и так далее. Там через перевал Уральские горы. Кстати, на перевале Уральские горы я остановился и сделал очень короткий ролик панорамы этого поселка городского типа Сим. Ну, я думаю, посмотрите сами, оцените качество картинки и
Ну и насколько отличается датакам от от регистратора Акинори. Ну вот сейчас двигаюсь в районе Марьино. Впереди там Капотня. Ну там на горизонте видно слегка. Сложности от размещения ускоренного видео в два раза в том, что приходится заново просматривать весь видеоряд, вспоминать что-то и уже добавлять и комментировать, рассказывать. Гораздо проще в этом плане, я думаю, будет видео без ускорения, там не надо будет накладывать аудиокомментарии, потому что все будет в реальном времени, все будет в оригинале. Но единственный там недостаток — это наличие ненормативной лексики на 15-м канале. Датакам обладает встроенными функциями подсказки ситуации на дороге, то есть стационарные видеокамеры, куда камера стреляет в лицо или в спину, выделенные полосы. Ну и так далее. То есть я повторю, наверное, что остался очень доволен видеорегистратором. Много объявлений на 15-м канале об услугах на трассе, там и мотели информируют о себе, и станции технической поддержки по ремонту радиоаппаратуры, по ремонту ходовой части. То есть много полезной информации. Я думаю, она может быть полезна многим автолюбителям, автопутешественникам, которые отправляются в дальнюю поездку. Ну вот постепенно приближаемся к МКАДу. Кстати, карта Яндекс.Навигатор не всегда соответствует реальной картинке, реальной обстановке дел. Она или устаревает, или слишком с большим опозданием информируют о ситуации на дороге. Поэтому у меня доверие к Яндекс.Навигатору такое двоякое. Повторю, что утром несколько раз смотрел, выбирал время для старта, но вот МКАД стоял, говорю, там чуть ли не от Варшавки и до самой Балашихи, потому что было несколько дорожно-транспортных происшествий. На самом деле, проехав я самих мест ДТП не увидел, то есть автомобили уже растащили, но вот эта пробка, затрудненное движение сохранялось. Вот с правой стороны сам садовод, рынок большой, оптовый рынок. Раньше он назывался птичий рынок, но вот переименовали садовод. Огромная территория. Здесь отовариваются продавцы из других городов. Покупают оптом. Ну и потом своим ходом развозят по другим городам. Ну вот она, развязочка. Сейчас подъедем
к МКАДу и сразу увидим, что там происходит в плане интенсивности движения. Это, говорю, пробная серия. Она будет не очень длинная, но, наверное, буду по 45 минут создавать серии, потому что очень много времени занимает обработка видеоредактором вот этих объединенных роликов. Каждый ролик продолжительностью в 10 минут. Постоянно радар-детектор Neutronics, я называю его белка, информирует. Вот съехали на МКАД. Ну, видим, плотность движения очень высокая. Стоп-старт, стоп-старт. Наиболее быстрые полосы движения — это с левой стороны вторая и третья. Две полосы наиболее быстро движутся. Но заранее посмотрев ситуацию на МКАДе, уже морально был настроен на то, что будут затруднения, и для меня это не стало неожиданностью, поэтому встретил такое движение спокойно, без нервотрепки, без какого-то напряга. То есть знал, ехал и знал, что ожидает. К этому был готов. Очень много автомобилей съезжает на МКАД на всех развязках. Это создает дополнительную нагрузку на МКАД. И двигаться, говорю, вот практически в любое время достаточно сложно. Ну, редко бывает так, что выехав на МКАД, можно проскочить определенный участок без задержек, без каких-то проблем, но это бывает довольно-таки редко. Вот на МКАДе толкаются, вот залез между больших машин. Можно было бы занять крайне предпоследнюю левую или среднюю полосы. Но настроение такое пофигистое. Вот двигаемся и двигаемся. Что тут дергаться? На МКАДе дальнобойщики интересуются, как проехать по какому-нибудь адресу, интересуется ситуацией, обстановкой на дороге. Ну и много другой полезной информации можете узнать на 15 канале, поэтому я бы рекомендовал автотуристам, автопутешественникам, те, у кого еще нет радиостанции, приобрести. Они есть не дорогие, есть дешевенькие радиостанции, много функций не надо. Главное, чтобы радиостанция уверенно принимала и передавала хотя бы на расстоянии 3-5 километров. Этого вполне достаточно, чтобы знать об обстановке, о ситуации на трассе. На видеорегистраторе DataCam 6 Max стоит в данный момент
две карты памяти по 128 гигабайт. Время непрерывной записи на одну карту составляет 6 часов 47 минут. В итоге в общей сложности больше 13 часов можно вести непрерывную запись. Должен сказать, что видеорегистратор оправдал надежды. В этом плане писал видео без остановки. Но там много настроек, поэтому я выбрал наиболее качественную картинку. Вот. Но говорю, вот 256 гигабайт, которые на видеорегистраторе установлены карты памяти, это примерно в 10 раз больше, чем одна карта на видеорегистраторе Akinori. На Akinori помещается карта памяти 32 гигабайта. Вот и мне приходилось трижды за световой день менять карту памяти. Здесь, поставив один раз карты, им можно без проблем двигаться весь световой день. Но то, что занимает много времени, там от 4 до 6 часов, где-то порядка 5 часов в среднем занимает время переброски видео на внешний жесткий диск. Я думаю, не каждый водитель будет заниматься вот этим. Снимать полное видео на такой видеорегистратор. Это или нужно менять качество съемки. Но я, например, решил качество съемки оставить самое высокое. Ну вот на МКАДе наблюдаем стоп-старт, движение плотное. Реклама на МКАДе на 15 канале. В общем, видеорегистратором DATACAM 6 MAX я вполне доволен и качеством картинки, и функциями, которые предоставляет этот видеорегистратор, то есть подсказки. И вот я обратил внимание на подсказки, которые производятся в аудиорежиме. Например, подсказка звучит так. Впереди видеокамера на скорость ограничение 60. Вот сказано очень быстро, сжато, без лишней там. Без лишнего звукового хлама, типа 60 километров в час. Но, естественно, понимаешь, что не 60 сантиметров. Вот. То есть комментарии избавлены от лишней словесной, я бы сказал, там, чепухи ненужной. То есть вот в этом плане комментарии продуманы, и мне это очень понравилось. Сжато, коротко. Вот. Это очень... Это очень полезно, без лишней словесности, без лишнего словоблудия. Так, что еще сказать про видеорегистратор? Очень хорошее крепление к лобовому стеклу. Один раз установив на присоске крепление,
очень легко снимается видеорегистратор на магнитном разъеме. То есть в течение моментально снимается, моментально ставится очень быстро. Есть функция при установке видеорегистратора, сразу включается питание, начинается запись. Кстати, на этот же видеорегистратор снимал и видео из окна поезда. Для этого использовал внешние аккумуляторы. Одного аккумулятора хватает примерно, какой же он, по-моему, 5000 мАч хватило на практически на весь день записи. Было бы, конечно, еще лучше, если бы видеорегистратор внизу, вот там, где все эти координаты и прочее, было бы написано, где автомобиль находится. То есть адрес, какая улица, какой федеральный округ, какая область. Это бы значительно упростило бы комментарии к видео. Ну и было бы, скажем так, помощью, поддержкой водителю. Впрочем, наверное, это оказало бы мало на это дальнобойщики ругаются на 15-м канале, что-то не поделили, чуть не подрались в эфире. Впрочем, экран маленький на видеорегистраторе, и рассмотреть название улицы федерального округа, это, конечно, очень сложно. Но встроенный видеопроигрыватель на датакаме позволяет просматривать видео с ускорением, значит, замедленное, там в 2 и в 4 раза можно медленно смотреть, чуть ли не покадровое воспроизведение. Можно также ускоренное в 4, 8, 16 и 64 раза. Что еще удобно на этом видеопроигрывателе, можно ткнуть в любое место трека, и в этот же момент на экране появляется та картинка, начинается проигрывать видео с того момента на с точки, на которую вы кликнули мышкой. Несколько вариантов карт. Несколько вариантов карт то есть со спутника. Ну и другие варианты, там гибридные и так далее, порядка 10, наверное, видов карт можно выбрать и просматривать на любой карте. Съемка, говорю, проходила в первой декаде сентября месяца, и кто будет просматривать видео, вот, например, от Москвы до Кемерово, а затем от Кемерово до Москвы из окна поезда, то можно будет заметить, насколько изменилась листва на деревьях. В данный момент едем, и пока на МКАДе это не видно, но за городом видно, что деревья еще стоят все зеленые, что чувствуется приближение осени, но уже вот из окна поезда очень ярко заметны уже и полностью желтые деревья, и
не полностью, уже появились и красные листья. В общем, гамма красок осени, но проявляет себя все сильнее и сильнее. Вот водитель его интересует, что там на щелчке творится. Но я думаю, что вот все-таки на видео без ускорения там будет гораздо интереснее смотреть, потому что все будет привязано реально к каждой секунде, к каждому кадру видео. Ну вот, вот он, водитель, говорит, что красно-бордовое, то есть очень тяжелое движение от Варшавки до Щелковского шоссе. Ну, говорю, затрудняет движение то, что фуры идут и в дневное время был запрет на проезд в светлое время, только в ночное время, но покупают пропуска и начинают уже забивать МКАД и в светлое время. Конечно, это добавляет проблем водителям больших грузов, когда регламентируется движение по МКАДу. Вот. Но, ну вот такая реалия, такая вот реальность. Долго, давно не ездил через Владимир, Нижний Новгород, в надежде, что что-то изменилось. Должен сказать, что практически никаких изменений не произошло. Те же самые пробки перед Владимиром, сколько лет помню, они там постоянно, эти пробки. Такие же огромные пробки и за Нижним Новгородом. Но идет ремонт дороги, меняют дорожное полотно, и движение направляют по одной полосе. Так вот, пробки, например, за Нижним Новгородом, в то время, когда я там ехал, достигали 15 километров. То есть движение было крайне затруднено. Приходилось останавливать автомобиль и просто выключать двигатель. Многие водители так и делали, выключали двигатель и ждали, когда пройдет встречная полоса. Очень неудобно. И вот сколько помню, там такие проблемы и под Владимиром, и за Нижним Новгородом, да и по всем остальным участкам. Идет интенсивный ремонт, капитально ремонтируют дорогу. Вот. Когда это все закончится, сказать трудно. Альтернатива, если ехать через Киров, ну там дорожное полотно, конечно, вот на, особенно в Кировской области и в Костромской, просто отвратительное. Тряска, как по гармошке едешь. Вот. Но там нет пробок. Там движение свободное. Но там не разгонишься из-за того, что, говорю, плохое дорожное полотно. Нужно будет еще посмотреть дорогу на восток через Рязань. В каком состоянии она. Ну, особых иллюзий я не питаю, потому что все варианты, они включают в себя отдельные участки, где идет ремонт.
Погода пасмурная, асфальт мокрый, и температура вполне комфортная. Сейчас уже не помню, по-моему, или 14, или 17 градусов. Ну, вполне комфортно. При движении на восток температура менялась, становилась прохладнее. В Кемерово, так там вообще, по-моему, было ночью, если не изменяет память, порядка 8 градусов или даже 5 градусов. Сейчас не могу вспомнить, но было довольно-таки прохладно. Кстати, меня здорово подвел навигатор X-Play. Он несколько раз падал, отцеплялось крепление на лобовое стекло. В итоге был поврежден разъем. И в конечном итоге он мне навигатор составил серьезную проблему, вышел из строя. Так, ну мы продолжаем движение в сторону Продолжаем движение по внешней стороне МКАДа в сторону Балашихи. Прошлые поездки, когда я проезжал через Балашиху, там шло строительство эстакады. И было очень сильно затруднено движение. Но в данный момент я еще не знаю, что там творится. Тешу себя надеждой, что движение там свободное. Ну, движение, конечно, на самом деле там стало гораздо посвободнее, получше, но эстакада еще не введена в эксплуатацию, поэтому есть определенные сложности. Ну, я думаю, там может быть еще, может быть, полгода, может чуть побольше, но думаю, максимум, наверное, год, и движение через Балашиху станут Движение через Балашиху станет гораздо быстрее. Вон какая идет словесная перепалка на 15-м канале. На любую тему разговоры, начиная от политики и кончая анекдотами. Ну а мы продолжаем потихоньку толкаться стоп-старт на МКАДе. Это первая серия. Сколько будет всего серий, не считал. Вот это пробный вариант записи на видеорегистратор DATACAM 6 MAX, который, как я повторю, наверное, еще не раз буду говорить, очень меня порадовал своей функциональностью, своим качеством видеокартинки, ну и другими дополнительными функциями. Стоит он, конечно, дорого, но делать нечего. Овес, как говорят, нынче дорог. Ну, я думаю, что
те, кто будет заниматься съемкой видео поездок на дальние расстояния, будут удовлетворены, обрадованы функциями этого видеорегистратора. Кстати, видеорегистратор позволяет использовать две видеокарты. Две видеокарты объемом по 256 гигабайт каждая. Но я говорю, что это много занимает времени, займет времени при обработке, при переброске на внешний жесткий диск. Много занимает времени. Но движение на МКАДе стало более свободным. На Яндекс.Картах вот это место все еще красным, таким малиновым цветом даже. Но на самом деле видим, что движение, пробки такие рассасываются, и движение становится более комфортным. Заранее могу сказать, что дорогу от Челябинска до Кургана привели в более-менее приемлемое состояние. Мне понравилось, по крайней мере, дорожное полотно стало гораздо лучше. Но вот в данный момент с МКАДа съезжаем на Горьковское шоссе и двигаемся в сторону Владимира. Ну вот, те места, которые раньше были заполнены пробками, практически стояли, но сейчас более-менее свободные. Но дорогу еще до конца не сделали. Повторю, что идет строительство, поэтому приходится объезжать по техническим дорогам, по техническому объезду. Ну, не знаю, насколько это решит проблема, потому что впереди много светофоров, населенных пунктов. Но я думаю, все-таки, наверное, решит проблему. В какой-то степени разгрузит, и движение станет более комфортным, более свободным, более быстрым. Ну вот эта дорога, она разделяет Балашиху на две части. Слева и справа жилые дома. И вот как жителям, как быть жителям Балашихи, вот если федеральная трасса рассекает город на две части? Строить обводную дорогу, это, конечно, очень было бы хорошо, но крайне дорого. Крайне дорого. Но здесь все-таки движение стало гораздо лучше, хотя еще существуют затруднения. Вот заканчивается первая серия, осталось совсем немного. Проезжаем по техническому объезду. Вот с левой стороны идет строительство этой эстакады. Хотелось бы узнать ваше мнение о первой серии, о комментарии.